есть специальный такой раздел культуры, вернее даже не, ну, культуры, да. Это некие пространства, в котором работают определенные культурные, экономические и социальные механизмы, которые называются contemporary art, современное искусство, да. И мы попадаем туда в тот момент, когда находится человек, который готов за это заплатить. Поэтому вы подались в преподаватели, потому что не хотите быть частью contemporary art? Я по совокупности разных мотивов подался в преподаватели. Во-первых, у меня есть некая амбиция учительствовать по стиму роду. Я знаю, что понятно, что это какой-то невротический комплекс, разумеется, но в наиболее безболезненной форме он реализуется поскольку я номинально являюсь преподавателем школы дизайна. Да, наконец. Вот. Потом, конечно, в 45 лет уже участвовать в этих тараканьих бегах внутри индустрии, где угодно, там, в области графического дизайна, в области диджитал дизайна, особенно, где особенно интенсивные эти бега, где очень, очень быстро происходит все. Вот. Ну, типа, уже просто я слишком стар для этого дерьма. Да? Поэтому я пришел на тренерскую работу. Ну и что еще? Ну, какие-то еще совокупность. Причина, ну, еще там, мне хочется вести какую-то культурную борьбу. Какие-то мировоззренческие вещи передавать людям. А это удобный канал для этого. То есть я вот учу рисовать сайты, конструировать, проектировать сайты, мобильные приложения, цифровые продукты комплексные. А это люди молодые? Бакалавриат – это люди около 20. Вот. А ДПО – это люди, которые приходят получить новую профессию в течение года. Это люди, там, 25-30. А вы от них что-то обратно получаете? Вот чего они хотят? Да. Они все хотят разного. Все люди очень разные. Как я уже сказал, я очень высоко ценю диалоговые отношения, синергетические отношения с людьми. И вообще, не только с людьми, но и с культурой тоже. И обмен только в диалоге, только в динамике отношений живых возникает, что-то возникает, чем можно воспользоваться, что у нас обогащает, что нас делает сильнее, если не убивает. Вот. Так что это очень, очень хорошо. У меня, да, действительно, возможно, я стал преподавателем благодаря, ну, для того, чтобы у меня возникла возможность общаться в рабочей, проектной, учебной ситуации с людьми и строить какие-то отношения, отношения обмена энергии, какими-то культурными жидкостями, если можно так выразить, образом, жидкостями. Эмоциональными, интеллектуальными и прочим. В общем, циркуляция. Вот как только, значит, человек оказывается в изоляции, если он уходит в затвор, у него остается только, он может там, общаться только с Богом напрямую. Вот, и там возникают большие проблемы. Это очень сложная практика, если человек отшельник и пытается с абсолютом взаимодействовать напрямую. Вот, и далеко не всем он, конечно, подходит. Мне тоже очень хочется общаться с абсолютом, но я вижу, что для меня единственный способ
эту амбицию удовлетворить, это общаться с живыми людьми, которые пришли не за этим. А вы в них видите, видите какую-нибудь вот волну? Видите ли в них каких-то людей, которые придут и что-то изменят? Вот когда я спрашиваю, что-то вам дают эти люди, кроме вот всего вышесказанного, не знаю, новые отношения, новые мысли, новые чувства, новые горизонты? Да. Да. Ну, вообще нужно сказать, что 20-летние, например, это просто для меня инопланетяне. Новый биологический вид, у них совершенно иначе устроен мозг, реакции, какие-то поведенческие привычки, протоколы, общения, работы с информацией, работы с социумом, друг с другом, там, не знаю, с чем угодно. Я пытаюсь догнать, я пытаюсь научиться тому же самому, но, видимо, уже я упустил момент, потому что эти люди, что называется, цифровые аборигены. Они родились уже и взрослели в мире, в котором есть эта горизонтальность, в котором нет иерархии, в котором нет непреодолимых ступеней. У них информация вся на кончиках пальцев. Они не знают, как это может быть, когда что-то неизвестно. Они не знают, как это может быть, когда какой-то человек недоступен, до него не доступятся. И так далее. Они учатся асинхронному общению. Они знают, что онлайновая переписка устроена не так, как переписка, как живое общение. Они понимают, что время вартуется не движением стрелки по циферблату, а квантами, порциями информации, которые получает человек. Мы называемся с вами цифровые мигранты. Мы в этот мир въехали в 2010-е примерно годы, да, и там 2000-е. И пытаемся в нем освоиться с переменным успехом. Разные люди по-разному. Вот, многие научились, многие это почувствовали, вот, и как бы пытались этого дракона оседлать. Кто-то даже оседлал, но все равно мы не отсюда, мы здесь все равно чужие. Мы чужаки, мы родились в мире до интернета, где была социальная иерархия, где была возможность, где были барьеры непреодолимые между людьми, где общение было асинхронным. Вот, так что действительно это очень сильно влияет на то, как устроены мозги и способ мыслить, способ общаться у этих людей и работать с информацией. И мне кажется, что, конечно, это очень перспективное поколение, которое совершенно непредсказуемым сейчас для нас образом переформатирует все лицо культуры и цивилизации в целом. У меня же есть и помимо цифровой живописи, если это можно вообще так называть, вот, у меня есть еще и работа со смешанными техниками, с ассамбляжем. Я там работаю с марлей, я ее пропитываю акриловым клеем и делаю такие ассамбляжи объемные, пасхозные такие, в общем, да, наклеивают на холсты такие, в общем. Понятно, что этого никто не видит, кроме тех, кто ко мне заходит в 466-ю комнату, да, в стене.
Или, кроме тех, я сфотографировал это на айфончик и повесил там на Фейсбуке. Ну, получил некоторое количество лайков. Для всех людей, для моей социальной оболочки, для моей аудитории, это просто одна из... Неважно, что она была сделана руками, это просто очередная картинка. Она там промелькнула в ленте, кто-то поставил лайк, и все. А для меня, конечно, это моя работа с телесностью, переживание телесности как травмы, вот эта вся хурма, да, некая личная практика. И это как бы никому не нужно больше, кроме меня. Я даю себя чуть. Ну, такой род такой телесной медитации, нечто вроде хореографии какой-то, или хореографической медитации, типа там.